Всем привет, ребята, меня зовут Артём, на канале Королёв Летсплей. Мы с вами начнем сейчас играть или просто посмотрим игрушечку под названием «Борис и темное выживание». Эта игрушечка была тоже на английском языке, как и до этой, вроде бы, «Don't Starve Together». Я скачал мод на русском, и поэтому она так называется на русском языке. А так, по сути, ну, точнее, полное ее название на английском языке «Борис and The Dark Survival». Симфония теней. Не знаю, что за игрушечка. Давай тоже глянем, посмотрим. Может быть, разочек в нее сыграем. Блин, знаешь, что бесит? То, что в загрузках у меня... А что это такое? Кто я? А, ну-ка. Ну, прикольно вообще. Графика. А графика мне нравится. Гитарка. Гитарка. Хорошо, я не знаю, что это за игра, но глянуть это стоит. Смотри, давай, может, посмотрим. 1 из 7. Похоже на какую-то студию. Студию. Это волчонок, волчонок. Это Борис. Зовут его Борисом. Борисом. А как же еще? Борис. Борис. Это у нас какая-то чернила. А, снова думаю тебе. А это, получается, у нас граммофон для того, чтобы включать какую-то музыку. А это у меня кофе. Здесь бегать на shift. Окей, хорошо, значит, мы будем от кого-то убегать. Это что-то типа хоррора непонятного. Ну, давай посмотрим. Давай не будем задерживаться потом. Если что, осмотрим всю эту комнату. Но на лифт какой-то я куда-то поехал. Неизвестно куда. День первый, уровень Е. Интересно, а что тут, какая цель вообще? Отыщи необходимые припасы. А, ну это без проблем. Вот это что такое? Это есть необходимый припас? Что я сделал? А что я сделал? Вот у меня получается слева, да, получается слева у меня всякие тут инструменты. И вот, например, один инструмент я собрал. Хорошо. Это что такое? А, найден документ потерянного. У, хорошо. И что это значит, да, документ? Вот это что такое? Кабинка какая-то? Кабинка, туалет? Туалет, в нем можно прятаться. Значит, здесь кто-то будет за мной гоняться, даже так. У меня фонарик на лице, аж... Вот я не знаю, основная цель в игре какая? Просто побегать, пособирать здесь все. Ну, окей. Окей, вообще без бы. Ну, вообще без базара, просто сейчас побегаем, пособираем тут вот эту ерунду. Кофе. А, получается, когда я на shift бегаю, у меня тратится энергия. Угу. Все ясно, ясно. Главное, чтобы на меня никто не напал. Это рисованный какой-то мир. Прикольный, прикольный. А, все, выпили. И она полностью восстанавливает мне энергию. Все ясно, все хорошо. Что? А, здесь получается без мышки. Вот, без мышки я управляю сейчас. Просто-напросто. А если я управляю с мышкой, то высвечивается... Кто-то... О, кто? Что это было сейчас? Ты видел? Я тоже видел. А, ты кто? Мой друг? А, нажмите Escape для отмены. Ну хорошо, а зачем? Мне надо его спасти. Обязательно, это же мой друг. Эй. Найдена новая запись. А чё, он мертв? Он мертв. Да ну! Серьезно, а если меня так повесят? Блин, наверное, если кто-то меня поймает, то меня точно так же повесят. Что это такое? Что-то неясное там говорит. Ладно. Ладненько. Ну, пускай играет, пускай играет. Но он там что-то на русском говорит, но непонятно что. Вот это какая-то шестереночка. Шестереночку заберем, конечно же. О, вантус. И вантус, и ключ. Отлично. Осталось только кость. Две кости осталось. Хорошо. Ну, пока монстров тут вообще никаких не вижу. Лаборатория какая-то вообще неизвестная. А, вот и кость. Так, давай, наверное, с самого начала начнем. Раз, два, три, четыре. Ну и что я сделал? Я ничего не сделал? Да ну. А зачем я тогда это использовал? А зачем вы мне тогда говорите использовать, если там ничего нету? Ага, а это спрятаться. Ладно. Ладно, побежали, не знаю. Монстра пока никакого здесь нет. Уезжай на лифте.
Уезжаю на лифте. А куда? От кого? От... Все, мне хана. А, у меня... О, тихо. Кто это? Отстань! Пожалуйста, отстань. Да уйди в жопу. Ха-ха-ха. Пошел в жопу. Это какой-то монстр, смотри. Я испугался. Блин. А вот мой лифт. Кстати говоря, вот мой лифт. Просто убегаем. Пошел ты в жопу, монстр. Ну и что, нету меня уже тут, да? Нету. Гуляй, говорит. Гуляй, говорит мне просто. Все. О, ну это было что-то сложно. Припасы, давай посмотрим. Припасы собраны. Ну еще. Смотри, давай тогда, ладно. Давайте сейчас осмотрим эту комнату, эту квартиру, этот дом. Смотри, я нажимаю, ничего не происходит. Ладно, пойдем тогда дальше. Пойдем дальше, посмотри. Какая картинка. Картинка. Здесь мы были, получается, отсюда мы пришли. Ну, давай сходим еще в ту сторону, посмотрим. Ну, вроде как я тут ничего не видел. Ну, да, я здесь балалайк. Побалакать можно, побалалайкать. Но я тут не вижу пока. Кофе надо выпить, кофе, потому что кончается энергия. Когда он кончается энергия, он ходит медленно. И все. От кого-то тут тоже надо прятаться. Почему здесь эти штуки стоят? 0 из 6. А, пожалуйста, найди меня. Кто? Помоги! Да ну ты серьезно? Прям вот какая-то квестовая игра. Меня зовут Мила. Нужно быть сильной. Запись не найдена. А, это те записи, которые я сейчас нашел? Давай посмотрим. Давай еще почитаем. Давай, наверное, знаешь, что сделаем? Настроечки. Громкость эффектов. Громкость музыки. Громкость эффектов, наверное, применим сюда. И посмотрим. Не знаю, зачем я записываю это, но мне больше ничего не остается. Прошу, кем бы ты ни был, мне нужна твоя помощь. Меня зовут Мила. Несколько дней назад я заблудилась в этом ужасном месте. Здесь водятся монстры. Существа, которых невозможно описать. Они все пытаются убить меня. Я слышу их снаружи. Прошу, отыщи мои послания. Пожалуйста, найди меня. Мой отец был мясником. Упокой Господь его душу. Все детство я провела с матерью. Она научила меня быть стойкой, сильной. Но сейчас я боюсь. Я боюсь того демона, что бродит за моей дверью. Я видела так много расчлененки в мясной лавке своего отца. И представляю, как меня саму разделывают точно так же. Их тушки были вскрыты и разрезаны на части. Прошу, пожалуйста, найди меня. Это жестко. Жестко, я тебе скажу. Давай, наверное, еще звук прибавим. Ну, надо найти кого-то. Кого-то спасти надо. А, я не на ту. Я, получается... А, я подумал, все. Получается, кого-то надо спасти. Вот это что такое? Это какой-то один... А, выпусти нас! Выпусти нас. Я не хочу вас выпускать. Вас заперли, значит, вы там должны сидеть. По идее, так. Какие-то монстры хотят, чтобы я их выпустил. Да нет! И мы видели с тобой монстр, ты представляешь? А кто такая Мила? И как ее спасти? Вот это что такое? Какие-то... А-а-а, монстр! Способен ли ты поверить в увиденное? Этот шедевр бесценен. О, да, этот шедевр бесценен. Я не знаю, будем ли мы играть в эту игрушечку, пока что она мне... Спаси нас. Нажиться на своем деле. Древо безумия. Я не знаю, пока что она меня пока не цепляет вообще. Но если кто-то ее захочет увидеть, может быть, будем играть в нее. Но пока что просто я сейчас осматриваю. Галерея золотых дней. Это получается какая-то галерея. А тот монстр, он же за мной охотился прошлый. Или это, наверное, сын того монстра. Вот это да. Здесь у нас что? 0 из 4. Свечки какие-то нужны. А, ну получается, я должен все это находить на уровнях. Ну, в принципе, есть какая-то, не знаю, такая задачка в этой игре, цель игры есть, это самое главное. А вот это что такое?
14 лет преподавания в Лондонской танцевальной академии, и вот я здесь, знаменитая Эмма Ламонт. Придумываю танцевальные движения прямо в туалете мультипликационной студии. Джоуи Дрю хотел, чтобы его аниматоры имели лучший справочный материал для своих танцующих персонажей. Но он не смог мне даже предоставить кабинет для репетиции. Ха! Мне недостаточно места даже для хранения танцевальных движений, которые я записываю. Поэтому я решила хранить их в туалетных баках, расположенных по всей студии. Невероятно противно. Но это лучше, чем ничего. Я думаю, что если кто-то захочет выучить мои танцы, ему придется немного испачкать свои руки. Вот так вот, понимаешь? А снова думаю о тебе, а это, походу, музыка, да? Так, танцы какие-то. Волчья шарка. Я не буду включать музыку, потому что мало ли это мне заблокирует авторские права. Хорошо. Мы узнали, что это мультипликационная студия. Здесь какая-то есть женщина, которая актриса, танцует, певица, там, танцовщица. Ну вот самое главное, что цель в этой игре есть. Вот, то есть не просто тупо бегать. Давай, наверное, сходим еще один уровень. В принципе, мы здесь все осмотрели. Главное сейчас нам найти, где же этот лифт. А потому что мы столько с тобой пробежали здесь уже. Непонятно, где лифт. А вот он и лифт. Давай сходим еще разочек. Наверное, сходим на уровень. Посмотрим, что же там у нас есть. Поиграем еще минут 10-15. Может быть, еще пару. День второй, уровень 20. Почему же уровень 20? Это что? Итак, вот что я спрашиваю у самого себя. Джон, ты сходил и купил... Не-не-не, ну... Единственный в своем роде поезд для инструментов. В принципе, это можно слушать. Но я уйду, я буду сейчас... Потому что здесь какой-то монстр ходит. Это мы узнали в прошлый, с тобой на прошлом уровне. А уровень 20, значит, здесь будет 20 монстров. Фига. Чернила какие-то, чернила. А, это чернильный монстр, походу. Чернильный монстр. Так, собираем вот это. Пьем кофе. Обязательно пьем кофе, потому что бегать мы тогда уже не сможем. Я, в принципе, думаю, что, знаешь что, надо просто ходить пешочком. Пешочком ходить, потому что, когда появится монстр, у нас не будет никакой энергии, если мы будем бегать постоянно. А так мы сможем хотя бы убежать от этого монстра. Да, это, в принципе, логично. Логично. Так, а мне осталось-то чего? Что происходит? Иди отсюда. А почему он здесь? А почему? Я что-то не ожидал такого. Он же должен был только, когда я соберу все вещи. И прийти сюда за мной. Хорошо. Значит, он тут ходит. А как-то от него можно убежать вообще? А что будет, если он меня поймает? Уровень просто заново будет. А где он? Он, наверное, сюда ушел. А мне сюда тоже надо. Ты представляешь? А, это получается лифт. Ну, побежали сюда, сходим, побежали, посмотрим тут. Блин, ну я как-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо собрать вот эту штучку. Блин, а там вот этот клон мой стоит. Если я его не соберу, то у меня не будет каких-то... А наш Media Space для Escape для отмены. Да не надо мне отменять, надо его спасти. Кто это? Почему он тут связан? Тут он просто плюнул в меня чернилами. Ясно. Ладно, не буду я больше к тебе приходить. Не буду я их больше спасать, зачем? Он просто плюнул в меня. Плюнул какими-то чернилами. А для чего вообще вот это вот? А, мы еще там не были. Пойдем туда сходим. Здесь еще один монстр. Ой, точнее, этот клон мой. Будем с самого начала. А, пропустил! Ну как же так-то? Что же делать-то? Что ж такое? Он тоже плюнул меня. Падла такая. Дайте мне что-нибудь. Где-то здесь монстр. Вообще нам надо найти, знаешь, что? Куда спрятаться? Куда спрятаться обязательно? Здесь пока. А, еще одна. Опа! Успел! Мне вообще все без разницы, я успел.
Он тоже плюнул. Да зачем я их тогда вообще трогаю? О, кость. Кость, берем кость. Берем кость обязательно. Нам еще осталась ложка. Ложечка. Блин, мышка эта постоянно выделяется, когда я ее трогаю. Она по привычке трогается, по привычке. То я трогаю ее, вот и все. Ну, а падла, падла, падла такая. Ах ты сволочь, ах ты сволочь. Тихо, тихо, тихо. Тень. Монстр пришел. Монстр пришел и ушел. А куда он ушел? Он обратно ушел. Сказал, не надо, мне тут ничего делать не надо. И ушел. А где у меня второй? Точнее, последний предмет, это ложка. Ну, не знаю, не знаю, надо искать. Вон там еще не были. Вот в этой стороне мы еще с тобой не были. Значит, где-то ложка в этой стороне. Мне бы не пропустить никакие вещи, которые тут дополнительные есть. А почему у меня, кстати, вот 20 уровень сразу? 20 уровень сразу просто. Вот я пропустил там сколько-то уровней, а где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, там до 20-го, где у меня все эти уровни? О, монстр! Иди отсюда. Падла такая. А куда он сейчас пойдет? Ну, в принципе, он просто ушел. Но я не нашел до сих пор ложки. А вот здесь вот мы были с тобой. А, вот ложка. Так, берем ложку и бежим отсюда. Успели, успели. Отлично. А я не буду ждать. А, блин, а если мы с тобой какие-то вещи не собрали? Там же эти дополнительные всякие. Ну-ка, что тут за припасы? А, припасы собраны. Отлично. Овечьи песни. А для чего это? Что это я сделал-то вообще? Это я до сих пор не активировано. Ладно. Ладно, побежали тогда в другую сторону. Но здесь пока вообще ничего не активируется. Ладно. Может быть, здесь что-то активировалось? Нет, также 06. 06. Пожалуйста, найди меня. Блин, а здесь что-то запись не найдена. Хорошо. Хорошо. Ну помоги, надо помочь как-то. Как? Все записи найти? Здесь тоже ничего нету. Интересно, вообще интересно. 0 из 6. 0 из 6. А там 1 из 5. Но! У меня почему-то ничего не прибавляется. Вот, допустим, я припасы собираю. Хорошо, я припасы собрал. Ладно. Сходите на еще один уровень или на этом закончите. Ладно, пойдем сходим еще один уровень, пройдем. В принципе, побегаем, посмотрим. Если на... Но нас еще ни разу не убили, надо посмотреть. Уровень J. Понимаешь? Я, наверное, вот эту вот шестеренку, самую последнюю возьму. Потому что если мы забираем все вещи, которые тут есть, то монстр начинает за нами охотиться. Тогда логично... Опачки. Логично будет забрать ту шестеренку, самую последнюю очередь. Тихо. А куда бежать-то? А куда бежать? Вот сюда. А вот сюда, иди отсюда. Монстр. Монстр, не надо. Не надо. В принципе, можно ему сейчас попасться. Как оно вообще сейчас будет? Ой, какой-то страшный, какой-то страшный, не надо, не надо, пожалуйста, на меня нападать, хорошо, хорошо, тогда мы поняли, что он в той стороне, пойдем тогда, о, здесь закрыто, а вот здесь открыто, пойдем тогда сюда, вот кофеек сейчас выпьем, вот что это такое, а, это книжка, я думал, это какой-то предмет, который я ищу, ладно, пойдем тогда вот здесь побежим, посмотрим, что у нас тут есть, вроде пока ничего нету. А в ящике я не могу прятаться. Хорошо. В ящике я не могу прятаться. А я уже всю кофе свою растратил. Вот это плохо. Вот это очень плохо, кстати. Зачем я это сделал, я не знаю. Мы с тобой хотели просто спокойно ходить. А тут я начал бегать. Растратил свою всю энергию. Ну пойдем кофе. Вот он тут рядом. Попьем сейчас, выпьем кофейку. Кофеек. Люблю, кстати, кофеек. На молоке, надеюсь. У нас тут дается кофеек. А, там мы ничего не нашли. Или нашли? А, ну да, мы книгу нашли. Получается, у нас остался только вниз. А, вниз тоже нету. Но это даже легче. Просто сейчас вот сюда идем. Это у нас единственный путь остался. В принципе, сейчас здесь все остальные вещи и найдем. Нам надо найти теперь 3 вантуса. Найдем 3 вантуса. И... Какая же ты падла, какая же ты падла. Дай мне пройти. Что ты здесь делаешь вообще?
Почему он постоянно подходит сюда и даже не открывает ее? Если он знает, что я тут спрятался, то почему он не откроет ее? Все, побежали отсюда. Побежали отсюда, он куда-то ушел в другую сторону. Ну и хорошо, проваливай отсюда. Не, по сути, он мне просто мешал сейчас проходит. О, Вантус 1, хорошо. Вантус 1, готов. А, вот эти штучки. Блин, не успел, ладно. Ладно, тогда с самого низа начнем. Раз, два, три, четыре. Что ты мне дал? Найдена новая запись, отлично. Найдена новая запись. В принципе, можно потом послушать, что за запись. А, блин, у меня уже кончается этот кофе. Тогда надо бы сейчас... Что я сделал? Найден танец. Найден танец. А, та же бабёха нам говорила, что танцы она будет прятать, ну, короче, в этом. В этих. Что я сделал? 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 Монстра вызвал? Это плохо, потому что у меня уже заканчивается все. У меня уже заканчивается энергия. А здесь можно куда-то спрятаться? Нет? Вот это что такое? Да, это какая-то студия. Вот та бабёха нам, помнишь, сказала, что она в туалеты будет прятать эти... А, кофе, кофе есть, кофе. Кофе, это хорошо. Пьем кофеёк. Кофеёк, чтобы быстро бегалось. Блин, а у меня здесь нету мест, куда мне спрятаться. Вот он, монстр идет. Монстр идет. Давай тогда тут переждем. Переждем тут. И пойдем, конечно же, выйдем. А, мы все вантусы нашли. Все, осталась только шестереночка. Это подобрать можно? Это подобрать нельзя. Все, бежим на выход, получается. Потому что мы монстра обманули. Обманули. Здесь я уже все активировал. Хорошо. Хорошо, здесь мы тоже все сделали вроде как. Все забрали, все записи нашли. Давай пойдем вернемся обратно. Все, теперь у нас осталось только шестереночка, но шестереночка лежит прямо на входе. И уезжаем на лифте. Опа! Ну все, пока, монстр, ты лоханулся. Теперь знаешь, что надо сделать-то? Надо посмотреть, какие записи я нашел. Собрать в первую очередь припасы, которые... Припасы собраны. Отлично, но опять до сих пор 0,6. 0 из 6. Давай запись, может быть, тут запись какая-то новая. Есть тут кто-нибудь? Не знаю, как долго я еще смогу оставаться в живых. Мне нравится мысль о том, что кто-то придет за мной. Что однажды кто-то откроет эту дверь и избавит меня от страданий. Если герой существует, вне зависимости от своего размера или внешнего вида, твое время пришло. Пожалуйста, найди меня. А, вот так вот. Значит, надо ее найти. Обязательно надо найти. Вот эту дверь, походу, надо открыть. Я так понимаю. И там будет кто-то, непонятно кто сидит. Какая-то женщина. Женщина. Какая-то девушка. Хорошо, мы нашли еще танец. А танец у нас где был? Танец у нас где-то там снизу вроде как был. А здесь, ну, опять у меня все еще один из пяти. Один из пяти. До сих пор я никак не могу... Не могу никак вообще какие-то предметы. Ну, наверное, тоже надо искать на уровнях. Почему нет? Блин, а если вот мы серьезно пропустим с тобой какую-нибудь запись, какой-нибудь танец, и все, у нас игра просто не завершится. 14 лет преподавания. Отстань, отстань, ты, я уже я тебя уже слушал. Отстань. Отстань, говорю, танцы. Знаменитая Эмма Ламон. Студийная чечетка. Придумывают танцевальные движения прямо в туалете мультипликационной студии. Неинтересно, неинтересно, что-то у меня ничего не работает. Блин, тень такая страшная, вообще классно. Ладно, давайте на этом заканчивать. В принципе, игрушечку мы посмотрели, такая прикольненькая игрушечка. Но играть я, наверное, в нее не буду. Но если кому-то что-то понравится, то можно будет в нее сыграть, почему нет. А вот меня вот этот квест интересует. Если мы соберем все записи, я хочу открыть вот эту дверь. Помоги, помоги. Так что пиши в комментариях обязательно, я хочу поиграть в эту игру. Пиши, и мы будем с тобой играть. Будем открывать эту дверь, и будем проходить уровни, будем бегать от монстра и собирать какие-то припасы. А вот это еще кубик, смотри, есть. Кубик-рубик. Кубик-рубик. Ладно, он не работает. Он тоже не работает. Давайте на этом заканчивать. Надеюсь, всем все понравилось. Всем спасибо за просмотр. Комментируй, ставь лайки, подписывайся на канал, рассказывай друзьям.
Ставь колокольчик обязательно, обязательно. Как же без этого-то? И всем до следующей игрушечки, ребятушки. Всем пока.